Трагедия в Балуже. Погибли два маленьких ребенка. Тела мальчиков нашли в квартире в одном из социальных домов. Главный подозреваемый – мама детей. В Балуже отправилась наш корреспондент Анастасия Дьяконова выяснять подробности случившегося. Вот из этого социального дома в Балуже медики забрали тела двух погибших малышей. Сейчас квартира, в которой произошло несчастье, пустует. Полиция задержала и мать. Соседи до сих пор не верят, что такое могло произойти. Полуторагодовалого и трехлетнего мальчика они видели совсем недавно, в пятницу, еще живыми. Этих мальчиков видел, она спускалась по лестнице вниз. Такая веселая, нормально, даже ничего не предвещало, никакой фигни. А как они жили? Дружно, семья? Дружно. Ухаживала она за ними, смотрела. Не знаю, это ужасно. Мать погибших утверждает, что отсутствовала дома около часа, а вернувшись, застала ужасающую картину. Вызвала скорую. Полиция прибыла на место, когда медики пытались реанимировать малышей. Безуспешно. Спустя два дня женщина была арестована. На данный момент назначен ряд экспертиз. Мы проверяем все обстоятельства случившегося. Роль, скажем так, родственников, матери, то есть все нюансы. На данный момент полиция возбудила уголовное дело. Виновному грозит срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение. Задержанная 27-летняя женщина в поле зрения полиции ранее не попадала. Однако весной этого года обратилась в социальные службы, просила присудить статус нуждающейся. Специалисты, обследуя место жительства, видели, что дети улыбаются. Было заметно, что денег не хватает, но вокруг было чисто и убрано. В общем, нельзя было сказать, что человеку необходима какая-то другая помощь, кроме материальной. В Думе пообещали, если никто из родственников погибших мальчиков не сможет их похоронить, этим займется самоуправление. Следствие по делу продолжается. Анастасия Дьяконова, Валтер Зелч, Кришьянс Лейтес, Латвийское телевидение.